7 продуктов, повышающие потенцию у мужчин. Устрицы. Этот продукт активизирует выработку тестостерона, усиливает мужское здоровье, повышает либидо. Не рекомендуется лицам, страдающим гастритом или диабетом. Репа. Содержит полезные аминокислоты, сами семечки овоща улучшают либидо и влечение. Поэтому репа и относится к списку продуктов для потенции у мужчин, полезных и легкодоступных на рынке. Только она не рекомендуется людям с заболеваниями нервной системы или гепатитом. Лимон и апельсин. Фрукты желтых и оранжевых цветов имеют лютеин, который повышает уровень тестостерона в крови. Они усиливают мужское либидо. Шоколад. Лучше брать темный шоколад, процент какао не меньше 70. Здесь не подходит белый или молочный шоколад. Темный шоколад может оказать положительное влияние на потенцию благодаря своему содержанию флавоноидов, которые помогают улучшить кровоснабжение и расширить сосуды. Это может привести к улучшению эрекции у мужчин. Кроме того, темный шоколад содержит магний, который играет важную роль в регуляции уровня гормона тестостерона, что также может способствовать улучшению потенции. Также важно отметить, что употребление темного шоколада может способствовать улучшению настроения и снижению стресса, что также может иметь положительное воздействие на сексуальное здоровье. Однако, важно употреблять шоколад в умеренных количествах, чтобы избежать излишнего потребления калорий и сахара. Гранат. Гранат может быть полезен для потенции благодаря своему содержанию антоцианов, флавоноидов и полифенолов, которые помогают улучшать кровообращение и усиливают сосудистую систему. Это может способствовать улучшению эрекции у мужчин. Тыквенные семечки. Тыквенные семечки могут считаться весьма полезными для потенции благодаря своему богатому составу. Они являются отличным источником цинка, магния и витаминов, особенно витамина Е. Цинк играет важную роль в поддержании здоровья простаты и способствует повышению уровня тестостерона, что влияет на сексуальную функцию. Магний способствует расширению сосудов и повышению кровенаполнения, улучшая качество эрекции. Зелень. На первом месте стоит сельдерей. За ним уже другая зелень. Сельдерей является ценным продуктом для поддержания здоровья потенции. Он содержит высокие уровни витаминов, минералов и фитонутриентов. Эти питательные вещества способствуют улучшению кровообращения и снижению уровня стресса, что может положительно влиять на сексуальную функцию. Кроме того, сельдерей содержит феромоны, которые могут стимулировать сексуальное влечение. Регулярное употребление сельдерея в пищу может помочь поддерживать здоровье мочеполовой системы и общее физическое благополучие, что в свою очередь может положительно сказаться на потенцию.